коммерческой структуры. Ну, много такого света у нас. Я думаю, не очень. Хотелось бы больше. Как много они делают, вот мне ваши тренеры рассказывают. Им тоже большое спасибо. Это люди из той плеяды благодетелей, дарителей, помощников, которые приходят в самую трудную минуту. Поэтому хочется сейчас всем сказать большое спасибо и пожелать хорошего сегодняшнего дня и карьеры в хорошем смысле в спорте. И в жизни тоже. Успешной судьбы. Наша компания, отношения с греблей и отношения с этим видом спорта особо теплые. Ведь наша компания как раз начинала с этого вида спорта. Наши учредители гребли вместе в одной лодке. И вот спустя там 26 лет образовалась такая большая компания. И мы очень счастливы, что мы смогли поучаствовать в становлении таких профессионалов, как Первухин. Ну, это здорово, да, потому что они еще несколько лет назад были такими же, как и вы. Они гребли в этих лодках и только мечтали о том, что могут участвовать в международных соревнованиях, на чемпионатах мира, олимпиадах. А сейчас они уже призеры, у них уже есть медали. И поэтому я желаю, чтобы вы не останавливались на достигнутом, работайте над собой, больше тренируйтесь. Стремитесь, ставьте себе новые цели. Ну, а мы совместно с руководителями региона будем продолжать поддерживать спорт, поддерживать вас. Я помню, как компания «Русский свет» развивалась. Наши тверские ребята замечательные от малого перешли в средний бизнес. А сегодня охватили практически все регионы Российской Федерации. И в компании работает более 5000 людей. Представьте себе. Спасибо, что в эту погоду выйдете на старт, и я уверен, спортсмены — это всегда патриоты, патриоты своего города, своей страны. И удачи вам, и успехов. Ну а уж если кто-то из вас еще и рекордом даст свои имена, мы будем только рады и счастливы. У нас есть традиция, у нас есть будущее. Когда к нам приходят такие люди, которые могут помочь по-настоящему развитию нашего спорта, я думаю, что у нас все получится. Поэтому легкой воды и честной борьбы на дорожках. Я желаю вам всем успехов в сегодняшних там, и завтрашних соревнованиях. И объявляю соревнования гребля на байдарках и каноэ на призы «Русского света» открытыми.